Гимназия святителя Василия Великого отметила 15-летие. Учебное заведение продолжит развиваться и совершенствоваться, чтобы стать лучшей школой страны, сообщил председатель попечительского совета гимназии Константин Малафеев. В 2021 году гимназия получила статус федеральной инновационной площадки Российского министерства просвещения. «В прошлом году у нас была половина медалистов. Мы должны постараться превзойти этот рекорд», — сказал Малафеев.